Приветищи! Мы находимся в Роблоксе и играем с тобой сегодня в Тайкон Нефтяника. Или Нефтяник Тайкон. Да чтоб... Короче, в Нефтяника мы играем. Вот, наконец-то я добрался. То был бомжом, то был продавцом в магазине, то уборщиком, то дворником. Кем я, короче, не был. Ужас какой, а? А вот Нефтяником, ну, один раз был, конечно. Но это было давно, очень давно. Нифига себе, чувак какой-то в шоп улетел, видал? И прыгнул оттуда в море. Ладно, сейчас речь не о нем. Дело в том, что мы будем с тобой сейчас открывать нашу нефтяную, как это сказать, не вышку, а базу. О, базу мы с тобой сейчас нефтяную откроем. Мы с тобой бородатые, все учумазые, как эти, как нефтяники. Они же это нефть добывают, ё-моё. Вот, ну смотря какие нефтяники, да, есть которые вовсе себя. А счет я вообще не в ту степь уехал. Короче, значит, у нас здесь есть вот такая вот локейшн небольшая. Здесь есть нефть. Мне, конечно, вон та больше нравится, она такая, какая-то космическая. Но у меня тоже неплохо. У меня здесь даже фонарик есть, а там нифига нет, какая-то бомжарская локация. Все, не смотрим туда. Так, здесь есть нефть. Мы сейчас ее будем добывать с тобой. Значит, что нам нужно? У нас с тобой есть 252 бакса. Прям это какой-то символ. 252. Пятерка между двойками, значит, можно загадать желание. Пятерки. Не мне. Так, у нас есть еще середина острова, смотри. Там у нас стоит самогонный аппарат. Но это не тот, который водку или самогон... Ой, меня же забанят, надо вырезать это. Это, короче, аппарат, который из черной золотой жижи, вот этого маслянистой, делает там бензин, ну, короче, нефтепродукты, которые потом уже продают на рынок. Вот, мы будем туда бегать и перерабатывать нашу нефть. Вот, что это такое? The Galaxy. В общем, заходим в магаз. Опачки, а у меня... Это, короче, мой инвентарь, у меня нифига нету, я как бомжар, последний нефтяник бомжара. Это какое-то сложное сочетание. В общем, берем, заходим в сеттинг. Нет, тоже не сюда. О, здесь можно коды вводить. Блин, а я даже никаких кодов нету. Как так? Ну ладно, пофиг. Значит, идем в магазин. О, магазинчик какой. Смотри, это нефтяная вышка, которая выкачивает нефть из-под земли. Так что она нам нужна. Покупаем. Конечно. Даже можно несколько купить. Они, благо, 10 баксов всего стоят. О, господи. Если бы они в реале стоили 10 баксов, я бы тут в реальном мире был бы точно нефтяником. Также нам понадобится контейнер. О, бочка, смотри. Вот, бочку. Бочку мы возьмем для того, чтобы всю нефть, которую мы выкачали, могли в бочку залить, а потом продать это все. Вот, покупаем раз, бочку два, бочку три, бочку четыре. Пока 4 бочки нам хватит, я думаю, да? Ну, малый бизнес, че, ёкарный. Значит так, сейчас я научу малому бизнесу, будешь у меня бизнесмен начинающий. Так, значит, смотри, вначале мы бочечку поставим. Так, бочечку, куда мы ее поставим? Давай мы ее поставим вот здесь, вот так. Теперь ставим высасывалку, или как ее там по-другому, насос, во, пусть это будет насос. Ну, блин, не поставил, сейчас, подожди. Вот так, вот, ставим его, ну давай вот сюда мы его поставим. Так, дальше ставим еще одну бочечку, хоп, раз бочка, два бочечка, три бочечка, вот, все, бочек у меня больше нет, по-моему, да? Да, у меня только вышка осталась одна, ну вот ее сейчас вот сюда тоже впендерим. Вот так вот, смотри. Вот здесь вот у нас сколько масла выкачивается. Ойл. Ну, нефть, то есть будем говорить нефть. Вот, нефть качается под... О, как быстро. Вот, это максимум, сколько я могу выкачать нефти. То есть 40 баррелей, давай будем называть это баррелями. Мы же крутые с тобой бизнесмены. Ну, то есть, если проще говоря, вот эта бочка, она там 10-литровая, да? Ну, короче, 40 литров, грубо говоря, вот. Вот, чтобы не въезжать во все эти бизнесменовские штучки, вот, тебе это не надо, вот. Значит, потом, что, у нас все занято, да? Давай-ка мы еще поднакачаем, да, блин. Вот, в шоп заходим, покупаем еще цистерн. Ну, точнее, банок этих, да, чтоб банки, консервы, да, эти, как они... Бочки покупаем. Память уже никуда вообще. Купил еще 4 бочки. Ставим эти бочечки вот так. Вот так, красиво, симметрично. Перфекционисты оценят 100%. 100%, как англичане говорят. Так, или американцы. Да, в топку вообще. Так, все, вроде поставил. Можно еще бочек купить, да? Вроде, да, можно. Благо бюджет позволяет, покупаем еще парочку этих консерв. Да чтоб их бочек. Но они выглядят как консервы. Так и хочется назвать их консервами. Вот так вот. Буква Е на барабане. Ну, у меня есть еще одна бочка, я ее вот так впендюрю, и еще одну не хватило, сейчас я ее докуплю. Сейчас докуплю, вот так докупаю, и вставляю, во, все.
Красиво, красиво. Максимум вмещается 130 литров нефти, грубо говоря, да? Вот. Давай, короче, мы литры заменим на баррель, потому что это круче звучит. Баррель. Как бизнесмены будем, вот. Короче, 130 баррелей. У нас уже с тобой накопилось 110. И сейчас мы побежим перерабатывать вот эту нефть в нефтепродукты. Вон туда, в цех. Видишь, там уже кто-то что-то перерабатывает. Пар иногда выходит с этого завода. Вот, но пока она сейчас тут докачается, мы пошли уже туда. Благо, у нас здесь есть мостик. Конечно, как в деревне, но что поделать. Вот так. Мы приехали. Короче, смотри. Блин, я случайно уже нажал. Ну да ладно. Так, покажу. Смотри, короче. Подходим сюда. Здесь вот можно нажать вот на этот, я не знаю, что это. Пипка какая-то. Пипка. Короче, на пипку нажимаем. Хопа! И пар пошел. Это значит, что мы уже переработали всю нашу нефть. Вот смотри, у меня сейчас 6 баррелей нефти, да, я нажимаю. Хопа, ее нету, и сразу мне деньги приплюсовали. Ну, то есть мы здесь нефть, допустим, переработали в бензин и продали. Вот и получили с этого денежку. Вообще, в принципе, пока наша нефть там добывается, мы можем тусить здесь и просто нажимать на эту кнопку. Вот так вот, безжалостно просто. Нажимать, нажимать, нажимать. И выпить. Хе. Короче, завод у нас выпит. Ты посмотри, какой это паровоз. Пускает кольца из пара. Воу-воу, чувак, полегче, полегче. Там еще какой-то тип тоже нажимает. О, смотри, сколько пара. Ну, в общем, мы тут себе напарили на 841 бакс. Пошли-ка в нашу деревню вернемся. Сейчас нужно там обустроиться, еще что-нибудь прикупить. Например, там контейнеры какие-нибудь покруче купить. Вот это все продаем. Зачем нам старье, да? Это уже прошлый век, все, мы это все продаем. Идем в магазин. И здесь видим у нас новый контейнер. 700 баксов стоит, дорогой, зараза. Ну что поделать, покупаем. Нормальный контейнер, не бомжатский какой-то, не какую-то консервную банку, а настоящую бочку. Мы ее сейчас с тобой вот сюда вот, бабух. И 250 баррелей мы теперь можем выкачать за раз благодаря этой бочке. Чума, чума, конечно же. Так, что нам нужно еще? Ах, да, теперь нужно купить эту качалку, выкачивалку. Она 600 баксов стоит, а вы что, сдурели? Ладно, тогда покупаем 3 выкачивалки и делаем вот так вот, по-китайскому. Ставим сюда, сюда, о, все. И сейчас они мне быстренько будут заполнять вот эту бочку. Медленно они, конечно, наполняют ее. Давай, может, побольше купим этих штук. Давай еще 3 штуки возьмем. И вот так вот сюда влепляем. Вот так. Вот так. Все равно медленно, надо еще прикупить. Вот, 2 купим и все. Все. И вот так. Да, нормас. Ну-ка смотрим. Ну вот, 250 баррелей у нас есть. Погнали вон туда. Так, заводик. Паровой заводик. Сколько денег мы получили? 996. Очуметь. Вот это мощно. Ладно, поехали. Сейчас кое-что протестим с тобой. Я хочу убрать одну выкачивалку. И хочу посмотреть, сколько у меня теперь будет добываться. Вот сейчас со всеми вот этими штуками у меня добывается по 8. Одну убираем. И смотрим. 95 сейчас. 102. Ага, по 7. Значит, все-таки разница есть. Чем больше вот этих штук, тем быстрее мы выкачиваем. Все понятно. Тест удался. Но мы это все дело с тобой продаем. Вот этот лишний ряд. Вот этот лишний ряд продаем. Потому что денег у нас уже прилично. И мы можем позволить себе купить вот такую штуку за 600. За 600. Растем немножечко, да? Вот, и ставим его. Его. Вот сюда мы сейчас поставим вместо вот этой вот штуки. Сейчас. Вот так. Берем и ставим. О! И практически моментально мы набрали 250 баррелей. Очуметь. Вот эта скорость. Блин, жалко, здесь shift не работает. Побыстрее хочется бегать. Ить. Ну что, парилка? Давай. О, косарик у нас уже есть. Косарь 260 баксов. Чума же, чума. Покупаем еще одну вот такую штуку. Блин, пока я покупал, у меня уже 250 баррелей. Офигеть, как быстро все это выкачивается. Ладно, поставили. Пошли продавать. Не-не-не-не-не, нажимаем. Да что ж, не могу достать, вот. Нажали. И покупаем. Надо что-нибудь прикупить покруче, чем бочка, например. Ну, например, давай 2 бочки, потому что здесь у нас есть еще колодец, но он стоит 50 косарей. У меня нет таких денег. Давай лучше купим еще одну бочку. А лучше 2. 2 бочки. Нормас? Нормас. И ставим вот сюда 2 наши бочки. Вот так вот. Теперь мы можем добывать по 750 баррелей. Офигенно.
а два наших насоса добывает по 50 баррелей за раз. Чувак, там вредно стоять, слази оттуда, пыхарь. Стоит там и пары вдыхает. Ай-яй-яй, негодяй какой, а. Дай-ка я тоже хочу попробовать. Так, надо на пипку вначале запрыгнуть. Сейчас. Сейчас мы с тобой попарим вместе. Вот так вот. Блин, сюда. О, огонь. Так. Фу. Ну и вонище. На самом деле тут так воняет, боже мой.